40 минут. 40 минут. Yeah. Я буду отвечать на ваши вопросы. We answer all your questions. Live. В прямом эфире. ЦСКА Баскет Шоу. В прямом эфире. ЦСКА Баскет Шоу. Всем привет, это ЦСКА Баскет Шоу, выпуск номер 2. И сегодня в нашем предновогоднем выпуске Никита Курбанов. Друзья мои, меня зовут Евгений Седых. И главная фишка этого стрима, этого эфира в том, что вы должны задавать нам вопросы, можно мне, но, наверное, по большей части, конечно же, они будут адресованы Никите, и он прямо здесь, прямо сейчас на них будет отвечать, поэтому, друзья, жду вашей активности в комментариях под этим самым стримом. Любой абсолютный вопрос, наверное, все-таки приличный, да, будет отвечен. Если без вопрос, разницы. Без разницы, мы без разницы, друзья. Да, ответить максимально корректно. Любой вопрос будет отвечен. Первый наш стрим собрал аж 220 тысяч просмотров. Спасибо вам большое вообще от души за такое огромное внимание к нам. Никит, смотрел ли ты первый стрим? Был Семен Антонов здесь в гостях. Я еще не успел посмотреть, но очень наслышан был, потому что Семен после твоего интервью вот этого пришел, видимо, с кучей впечатлений и эмоций. А, как он сказал, на хайпе? Да, он вот, и он очень много рассказывал, ему очень было прикольно здесь, ему понравилось, он говорит, что такая свободная атмосфера, и очень все круто, очень прикольно пообщаться, именно когда тебе присылают лайфом всякие вопросы, и ты сразу же отвечаешь. Соответственно, как бы наши люди, наши телезрители становятся, так сказать, они сидят практически с нами за столом. На другой стороне да, от нас. Да. Богатое на события выдалось предыдущая неделя. Было за неделю, во-первых, было 3 матча, а сейчас за, получается, 9 дней. За 10 дней будет 4 игры, вот, включая завтрашнюю против Астаны. Было и поражение, да, неприятное в Афинах. Но главная победа была над Химками дома. Как ощущение, успел ли ты вообще отойти? Потому что прилетели, считай, в пятницу ночью, точнее, в четверг. В пятницу уже игра. Как ощущение? Ну, тяжелый. У нас как бы такая тренировка была, можно сказать, что чисто такое теоретическое занятие, потому сегодня, что... Да? Нет, вчера. А сегодня? Ой, не вчера, перед игрой с Химками, после прилета, да, потому что мы прилетели там, по-моему, около 7 утра, и с московскими пробками добраться до Шереметьево, ой, до ЦСКА от Шереметьево в 7 утра довольно-таки проблематично. Это заняло там порядка, наверное, полутора часов. На Ленинградке встали? Да, ну, как обычно, в принципе, это повседневная история. Вот, и вечерняя тренировка, она такая была, можно сказать, что больше теоретическое, нежели какое-то там физическое воздействие. Поэтому мы, можно сказать, посмотрели видео, подготовились, да, к Химкам. И, в принципе, ну, как бы, к Химкам мы и так, в принципе, наверное, всегда готовы. Типа, в этом году мы уже, как бы, с ними играли, и для нас это было не ново, да. Но важно было, как бы, выйти с полной концентрацией и таким боевым настроем на эту встречу, потому что, опять же, как минимум надо было реабилитироваться после поражения в Олимпиакосе. Ну, удалось вообще, на самом деле, с блеском. И ты провел просто монструозный матч. У тебя там 18 очков, 7 подборов, 4 передачи. Ты продолжаешь прогрессировать? Ну, как бы... Ну, тяжело прям говорить, что продолжаю прогрессировать. Но стараюсь, как бы, чем могу, тем помогаю. Поэтому... Вот так удалось выйти это удачно. Видео твоих лучших защитных действий сейчас за прошедшие, наверное, полтора сезона, я бы так их назвал. И ты один из лучших защитников в Европе и лучший защитник лиги ВТБ, лучший защищающийся игрок. Есть ли у тебя вообще желание и такой настрой стать лучшим в Евролиге по защите, пока этот титул Адаму Ханге принадлежит, который в Барсе? Ну, я бы, наверное, был бы не прав, конечно, если так сложилось. Я как-то, знаете, никогда не стремлюсь там, вот, быть лучшим защитником. То есть я стараюсь выложиться максимум, по максимуму на площадке и там, в каждом действии, в каждом эпизоде, в котором я как бы задействован, стараться как бы сделать по максимуму. Если это защитные действия, то понятно, что надо отобрать мяч или подобрать. Если это я играю в нападении, то надо или создать для партнеров, либо уже забить самому после, опять же, пасов партнера. Но есть у тебя такая идея, как стать, не знаю, лучшим именно вот по защите в Евролиге? Как, ну, индивидуальный приз, знаешь? Например, ну, конечно же, как бы ты все равно то есть, держишь мысль в голове, это, наверное, такое... оценивание таких твоих результатов, но как не стоит такой, как самоцели, грубо говоря. Поэтому было бы, наверное, неплохо, но для меня, наверное, в первую очередь хочется выиграть титул Евролиги. С командой? Ну, естественно. Вот. А как бы индивидуально, если так получится, что лучшим защитником, ну, будет круто.
А как ты помнишь сам вообще? Вот вопросы нам пошли первые. Друзья мои, задавайте вопросы прямо сейчас в комментариях под этим стримом внизу. Рома задает тебе вопрос. Ты помнишь, сколько ты набирал очков максимум вообще? Я за «Спартак» набирал 28 очков один раз против «Урал Грейта». Это, наверное, был такой, можно сказать, что, наверное, мой максимум в профессиональной карьере. Вот, что-то вот, наверное, да, 28 я, помню, набрал. За ЦСКА ты набирал больше 20 несколько раз? 24 я набирал, по-моему, со Станой в прошлом году. Самый первый матч. Но, опять же, то есть, как бы, это все ты уже как бы смотришь по ходу матча. То есть, если тебе партнер скидывает, ну, естественно, надо атаковать, в принципе. Ну, забил, молодец. То есть, ну, дайте мяч, я сейчас забью, как бы, ну, это, наверное, немножко не мой стиль. И поэтому я больше так... Если партнер на тебя сыграет, если они тебя видят, понятно, что когда ты там остаешься, там, например, в пост там, против маленького игрока, то да, ты там должен использовать эти моменты. И если команда тебе довела мяч, то ты должен сделать это до максимума. Либо забить 2 очка, либо хотя бы заработать фол. Вот. Но в игре с «Химками» так получилось, что чаще пришлось атаковать дуги. И я думаю, что я сделал это успешно. Вообще без вопросов, более чем успешно. Тимур задает вопрос, как я и говорил, любые можете задавать. Вот любой вопрос тебе пришел. На какой улице ты жил, когда играл в Казани за «Уникс»? Ты помнишь? Да, по проспект Вишневского, дом 22. Квартиру не помню. Можете там приехать. Ты написал там, где был Никита. Кстати, после меня жил он... волейболист там в этой квартире, насколько я знаю. Вот. Поэтому какой? Спиридон, по-моему, он жил в квартире. Все его знают как Спирик. Вот, как... Поэтому... ну Спирик, конечно. Ну, да. Же. Да. Поэтому, помню, что он мне позвонил, и он прислал мне, как раз он приехал, я уехал из Казани в Краснодар, а он приехал в Казань, по-моему, играть. И он мне сказал, говорит, я типа живу в твоей квартире. Я говорю, о, поздравляю. Ну, так чисто случайно у него вышло, видимо, он тоже искал квартиру, и так... Удобное, видимо, место расположения. Вот это был проспект Вишневского. Но, по крайней мере, мне к баскет-холлу буквально 5 минут ехать. А, ехать, не пешком? Ну, пешком минут 7-10 максимум. А, на 5 Но минут. В Казани суровые зимы, на самом деле. Пешком очень тяжело так пройтись. Минус 30-35 даже бывает. Ну, бывает там, да, такое. То есть там такое еще вот из-за того, что, видимо, вот это Поволжье, она такая зима немножко влажненькая. Она такая. Там много снега, там очень круто. Мне очень нравится, что там не посыпают дороги вообще ничем. Их стараются убрать, и нет вот этой жижи, каши. Вот, то есть, как по-моему, бы, сейчас прям... в Питере не посыпают уже тоже, в Красноярске. Не знаю, я в Питере больше времени провожу летом. Там вот. Но это не факт, что нет. Это, кстати, не означает, что там не может быть снега летом в Питере. Потому что как бы согласен, с таким климатом, да. Но в Казани очень запомнил, что такая была очень, очень снежная зима. И такая прикольная, мне прям, она такая суровая, но из-за того, что, видимо, вот это много снега, вокруг все белое, чистое, как-то отличается она от московской. А вопрос провокационный, ЦСКА навсегда? Или ты можешь в теории? Вы имеете в виду, что моя карьера? Да. Ну, я надеюсь, я как бы, ну, мне хочется, почему нет? Ну, для меня это такой уже родной клуб, и, естественно, наверное, как бы, проведя столько времени... В этом клубе, наверное, и хочется завершить карьеру тоже в нем. Поэтому я думаю, что, я надеюсь. Вопросы, естественно, тебе спрашивают. В НБА себя хочешь попробовать? Наверное, уже поздно. Что-то как, ну, как-то, не знаю, я уже смирился, наверное, с теми мыслями, что останусь, наверное, в Европе и, опять же, в ЦСКА. Поэтому, наверное, хочется... насколько мне позволит мое здоровье, то есть уже остаться в этом клубе и достигать с ним самых максимальных высот. Хороший вопрос от Анатолия. Следишь ли ты за ЦСКА в других видах спорта? Не всегда. Ну, как бы в других видах спорта. Я, кстати, сегодня у меня была фотосессия с регбийным клубом ЦСКА. Да, кстати, где у тебя где-то был? У меня, да, там шарф лежит. Я сейчас попрошу, Олег, ты можешь, пожалуйста, шарф нам принести? Куртки, посмотри. Да, там. Это... То ли в кармане, то ли в рукаве, то ли, может быть, он просто набросан. По-моему, в кармане, наверное, посмотри. Так что было сегодня? Я, здесь, насколько да, знаю, да, да, регбийный клуб, они делают календарь свой, они фотографируются с... Давай, мы покажем спасибо. Нашим телезрителям. Вот такой они шарф мне презентовали. Да, регбийный клуб ЦСКА. Вот это не, наверное, не у каждого болельщика ЦСКА вот есть именно такой. Круто.
Да, поэтому обязательно повешу его на стеночку. А что у меня здесь на краю нарисовано? Ну, вот по вышивке не особо понятно. Это конь. Он, видишь, какой с мускулами. А, это конь, да, такой действительно огромный мускулистый конь с бицепсами. Да. Ну, Регбисты, они такие парни крепкие. Мягко говоря. И у них, я так понимаю, что они готовят выпуск календаря. Вот, давай мы тоже повесим. Они готовят выпуск календаря, и с каждым видом спорта, то есть хоккей, там, видимо, футбол будет, опять же, все вот, общество ЦСКА, они будут делать какую-то, фотосессию. Вот у меня сегодня тоже было вместе с ними, сделали пару снимков для календаря. Я думаю, что будет прикольно. По меньшей мере должно быть. Будем смотреть. А когда он выйдет? Не знаю, но я обязательно скажу, пришлите мне фотографии, но... Посмотрим. Ну, я надеюсь, что если они готовят, наверное, может быть, к Новому году, может быть, сейчас все быстро как-то или там в январе, наверное, уже появится. Потому что у них сезон, я так понимаю, что начинается весной. Может быть, они к весне-то, наверное, готовят, соответственно. Имеет смысл, что я к весне, наверное, сделать. Тебя задает вопрос такой, кто главный весельчак в команде? Я знаю, что постоянно ты надо мной всякие шутки шутишь, например. Ну, по мне, не многие скажут, что я могу пошутить, но как бы нет. Кто главный весельчак? И какие вот самый жесткий прикол, может, какой-нибудь вспомнишь? Например, в этом сезоне уже кто-то кого-то разыгрывал, может? Ну, у нас как-то так, если честно, наверное, таких вот прям розыгрышей нету. То есть, наверное, это все идет такое больше в каких-то словесных подколах. И, то есть, по крайней мере, никому там в кроссовке к полу не приклеивали еще. Вот, но то так, в целом, не знаю, я вот сейчас, наверное, что-то такое не припомнишь, какие-то там жесткие приколы. Нет, это больше где-то там в свободном общении, в раздевалке, да, кто-то кого-то может подколоть там после каких-то моментов или момента в игре или еще веселый, что-то. Как я считаю, самый веселый, не знаю, мне кажется, Родригес, он такой очень позитивный, такой веселый испанец, такой южного себя приходит всегда, такой на позитиве, ха-ха-хи-хи, он как бы так старается как бы разбавлять такую атмосферу, то есть по крайней мере он так бросается в глаза, то есть он такой постоянно на позитиве, с улыбкой заходит, такой веселый парень. Дарья спрашивает тебя, почему 41 номер у тебя? Ну, я на самом деле это уже давно, и давно отвечал, просто долгое время играл под пятым номером, и что-то как-то захотелось просто поменять. Вот, и решил, думал, в принципе, пятое число, думал, как-то обыграть, пускай будет, 41. Вроде как бы, 4 плюс 1, но это из тупой логики, так сказать. Почему бы и нет, да, можно да, и так вот, взять. И плюсик мне не хотел как-то очень, между общем, цифрами? Не, не стал дорисовывать, и минусик тоже, вот. И просто как бы так думал, обыграть это все, и взять вроде тоже с таким смыслом, что пускай будет 41. В то же время вроде 4 плюс 1, 5, как бы, вроде та же цифра, только в другом таком обороте. Обличие, да. Слушай, очень люблю, все время, я считаю, важно для баскетболистов обсуждать обувь. Да. В чем играешь ты? У меня тут кое-что есть. В третьих Кайре. В них же, кстати, играл и Семен Антонов. Играет. Это он после меня, я ему посоветовал. Тебя. Да. Но самое интересное, что у тебя есть еще, когда я взял у тебя... Попробовать вот эти вот кроссовочки. Да, но у меня на самом деле сказал, дома, у меня на самом вытащил, деле дома да? есть еще, я не знаю, увидят ли их наши телезрители в этом году. У меня есть такая же модель кроссовок, только цвет, вы видели, в какой форме играет Барселона. Такой салатовый? Нет, он не салатовый, он такой, как цвет морской волны, пускай он будет да, таким. Да, такой, такой зеленый. Голубоватый и зеленый. Да. Вот салатовый у меня, у них был до этого. Да, вот у меня есть такие кроссовки, они полностью такого цвета, очень вызывающего. Но я не знаю, я, наверное, не решусь. Хотя в свое время в «Спартаке» у меня был период, когда я, наверное, напряжение полсезона, я играл в таких в кислотно-салатовых кроссовках. Причем разные модели, но почему-то мне очень нравился этот цвет, и я такие вот играл в кислотных салатовых кроссовках, и... Сейчас как-то, не знаю, сейчас как-то не решусь, мне больше нравится белый цвет, темные кроссовки, это у меня для тренировочного процесса, вот, и белые оставляю на игры, потому что, модель та же самая, в принципе, отличия нету. Слушай, ты сказал, что на самом деле это даже не твоя любимая модель. Мне очень нравится, его первая модель, она такая очень простая, и вот здесь вот в музее есть, уберу, кстати. Чтобы не мешались. Я не знаю, у нас сможет, Вася, глубоко туда вот наехать на те белые тут кроссовки. Тут есть кроссовки. Но это от Милоша которых... вообще, это еще Теодосича. Кроссовки, вон они стоят у нас в музее, далеко. Да, эти кроссовки, в которых мы выиграли финал 4, и буквально за неделю до финала 4
Я ему их привез, потому что в России было уже тяжело, ЦСКА уже не было, в ЦСКА не было уже этих моделей, размера вот этого 14-го. И я заказывал через eBay себе посылочку и заказывал кроссовки как раз себе для финала 4-х, вообще как бы для окончания сезона, то, что у меня заканчивалось. И Милош как бы попросил меня, говорит, закажи мне тоже. Я привез ему, кстати, вот эту специальную модель, которая для Олимпиады в Мельбурне. Они, то есть, такая, как бы, можно сказать, что отдельная, не то, что это линейка. Это Мельбурн Эдишн такой? Да, да, да. То есть, как бы... Подожди, а типа можно... отсылка, что ли? Я просто не понимаю, это же Кайри модель, да? Да, но они сделали вот отдельную, что они посвящают вот это именно то ли расцветку. Вот, там на язычке, кстати, вот есть информация, да, да, да. То, что там они посвящают именно этому событию. Вот. Сейчас в данный момент я играю в третьей модели, вторая мне не очень понравилась, потому что они какие-то очень широкие, я не очень люблю, когда на кроссовках есть эти всякие залеплялки после шнурков. Вот. Поэтому вот третья модель, они чем-то очень похожи по внутренней посадке ноги с первой, поэтому я как бы сейчас в них и надеюсь, что... Вообще не очень люблю менять модель кроссовок. То есть, если мне одни уже понравились, я стараюсь в них максимально сыграть времени, насколько это возможно. Год-два. Насколько... Их хватит. Да, но не то, что их, как бы этой модели, потому что сейчас очень большой поток кроссовок вообще, и можно большой выбор кроссовок. Всяких, да, да, и одна модель держится на рынке очень, на самом деле, мало. То есть, отыграв год, не факт, что ты можешь на следующий год уже найти эту модель кроссовок, потому что уже есть другие. Поэтому... Спрашивать тебя, Владимир Путилин, кто твой кумир вообще? Есть ли? Вот, например, ты играешь в Кайри. У тебя, может, Кайри? Нет, не факт. Ну, у меня как-то... Ну, почти не факт, но я так к слову. Нет, да, у меня как-то нет такого... Наверное, давай, мне кажется, кумир — это такое, это, наверное, период для ребят, которые еще играют в спортшколе, которые хотят кому-то... Ну, хорошо, кто был тогда? Ну, естественно, как бы Майкл Джордан был для всех кумиром. Не знаю, мне в тот момент нравился и Баркли, мне нравился, и как-то и Мэлоун мне нравился в Юте, и Шакил нравился, потому что он был какой-то такой огромный, ломал кольца. Вот. Так, со всех по чуть-чуть, а Шон Кэмп мне нравился. Да, тоже вот он... парень вообще зажигал. Вот. Как-то не было такого прям одного, вот я хочу быть на него похожим, я буду делать, повторять, как он. То есть как-то так, все по чуть-чуть. Старался повторять за школьным тренером, потому что... А, ну вот твой кумир. Он меня учил. Школьный тренер кумир. Да, вот он меня учил, поэтому мне надо было как бы... И про кроссовки спрашивают, кстати говоря, ты в хороших отношениях с Милошем Теодосичем? Ты с ним как друг, товарищ? Или вы друг друга? Я больше, наверное, коллега. То есть, как бы, ну, мы играли в одном клубе, мы, понятно, что там, опять же, выиграли Евролигу вместе, я считаю, как бы, ну, те, кто достигает каких-то высот в составе команды, они, как бы, так, тем не менее, как бы, причастны к одному какому-то делу. Вот, поэтому... Какому? Такому небольшому дельцу, да? Ну, да, поэтому, как бы, не скажу, что мы прям поддержим отношения, но я, как бы, слежу так за ним, вот, в НБА, то есть, опять же, через прессу, как что, как бы... И за ним интересно там наблюдать. Он так все-таки, ну не знаю, для меня он так выделяется. Он такой интересный персонаж, за кем яркий, хочется наблюдать. Да. А за кого ты вот из команд таким, за кого ты болеешь, например, в НБА? Ну, не болеешь, не знаю, больше следишь, симпатизируешь. Есть такая? Нет. Как-то опять же так, наверное. Я, наверное, в этом плане скушен и... За красивую игру. За красивую игру, да. То есть, если идет какой-то матч НБА, просто вот останавливаю, и его можно посмотреть, да, насладиться вот самой игрой. То есть, опять же, там через прессу за какими-то результатами, не знаю, то есть, ты больше так, ты уже так смотришь, на что-то для себя подчеркиваешь, что-то для себя выделяешь, и все. То есть, нет какого-то такого прям сверхинтереса, что я буду болеть за эту команду. Либо... Конечно же, когда наступает там плей-офф или финальная серия, и тут ты уже как бы выбираешь себе, вот я вот буду болеть за эту команду. Да. Но последнее это было все Golden State, поэтому даже когда они проиграли, я как-то мне хотелось, чтобы Golden State выиграл. Как это, знаешь, называется? Glory Hunter, ты. Но... Охотник за славой. Охотник за славой? Ну, нет, я как бы... Опять же, смотря за какой. То есть... Ты болеешь за тех, кто выигрывает. Ну, нет, ну хорошо, когда Golden State проиграл Кливленду, я болел, да, я хотел, молодец, чтобы Golden State, да. Поэтому я уже и сказал. С детства за Warriors. Но я не с детства за Warriors, я просто как-то они мне симпатичны. И не факт, что я против Леброна. Почему два лучших матча, спрашивает Даниил, Никита провел против Химок в этом сезоне? У тебя действительно получились две игры против них, а особая какая-то мотивация?
Химки вообще как бы особая мотивация. Все прекрасно понимают, что это наш основной такой соперник в России. Тем более мы сейчас столкнулись с ними в рамках лучшего там первенства в Европе. Вот, поэтому не знаю. Ну, может быть, это просто, наверное, стечение. Я назову это стечение обстоятельств. То есть так получилось. Отличный вопрос от Андрея. Точнее, даже не вопрос такой. Просто расскажи про свои татуировки. У тебя вот есть классная вот на руке, например, даже на хотя бы одну. Как вот, бы, да, я так не особо люблю, но на самом деле, да, здесь, это в Краснодаре я еще все делал. Это, на самом деле, здесь моя жена, да, набита. Да, здесь такой идет а-ля крыло, ну, это ангела, и просто, да, хотел сделать карту, но не хотел не Джокера, а думал, что какой-то масти, ну, вот и... Парень, который делал, он говорит, давай мы тебе сделаем Джокер, и будешь... Джокер — это самая сильная карта. Ну, я говорю, ну давай. Да, ну вот как бы сделал, и... мне нравится, я доволен. Сколько у тебя всего их? Раз, два, и на спине три. Пока На спине у тебя огромная. Да, пока, да, пока три. Ну их можно, да, за несколько посчитать, одну большую. Еще планируешь делать? Есть мысли сделать еще летом. Пока что не буду разглашать. Какую? Но пока есть такие мысли, но ближе туда, к лету, уже будет все это более конкретно. Сейчас слишком еще рано об этом думать. Спрашивает Иван, с Аароном Джексоном общаешься? Я с иностранцами так не скажу, что очень хорошо. Не то, я как бы хорошо с ними общался и общаюсь, но нет такого, что если как бы иностранец покидает команду, то мы с ним там в какой-то телефонной переписке, но обязательно, когда я играл в других клубах, если мы встречаемся против друг друга, там, или перед игрой, либо на бросковой утренней тренировке, если мы встречаемся, то всегда так, мне как-то так складывается отношение хорошо, и поэтому можно там поприветствовать друг друга, спросить, как дела, вот, там, с тем же, не знаю, там, Рэндалфом, когда он играл в Краснодаре, он сейчас в Реале, то есть мы как бы так... Всегда приветствуем друг друга, также и с остальными игроками, там, с тем же вот сейчас за Эфес Браун играет, то есть, ну, так, со многими там тоже Сима, то есть это как бы нормально, я считаю. Денис спрашивает, какие отношения с новичками вот у тебя? Я вот сейчас перед выходом когда сюда шел, видел, как ты рассказывал Уиллу Клайберну, как у нас в России отмечают Рождество и чем оно отличается от западного. Ну да, я их поздравил с Рождеством, потому что у них сегодня ночью будет Рождество, да? Да, сегодня канун Рождества. Да, 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 я поздравил всех наших американцев, вот, и поэтому с иностранцами со всеми хорошо, как бы, ну, как бы с Кайлом и Нандо, в принципе, уже, ну, не первый год, поэтому, как бы, довольно-таки так, у нас такое нормальное, хорошее, теплое отношение, вот, с новичками, ну, у нас такие... То есть хорошие новички, и то есть нету каких-то таких. То есть Уилл, он такой сам по себе, он скромненько так заходит, да, то есть он там сел у себя, переодевается, как бы. Но опять же, он не то, что он от всех отделен, он как бы так, если ты с ним хочешь пообщаться, то есть он без проблем поддержит какую-то беседу. Вот как и было сейчас, да, он сейчас вообще сел и видел, да, он распаковывал подарки. Я говорю, что это? Он детям своим паковал сам подарки в подарочную бумагу, обертывал их. Молодец. Вот, и как бы я им рассказал, что для нас как бы больше, у нас Новый год как бы имеет такое самое большое значение, ну и понятно, что и Рождество у нас уже как бы там 7 числа идет, у нас немножко как бы все это по-другому, вот, я говорю, мы не готовим эту ни индейку, ничего, да, да как-то у нас, ну, у нас как бы, да, так, Рождество поскромнее. Как бы все поскромнее, да, но как бы тоже считается таким более православным праздником. И вот Степа спрашивает тебя, туда же прям вопрос следом, как вы учили английский? Вот ты же объяснял ему, где ты учил английский? На самом деле у меня не такой английский, чтобы можно было прям, так сказать, посидеть и, знаете, как вот с русскими ребятами там за жизнь, там за все, знаешь, это можно было там уже по полной. Нет, у меня, ну, как бы такое, у меня достаточно английского, чтобы спокойно посидеть, что-то узнать, о чем-то спросить, и поэтому, ну, понятно, что на площадке вообще, то есть там элементарный английский, можно сказать, там все на терминах, и как бы это, выучить как-то вот эти термины, их не особо труда не составило. Ну, это просто вот. По ходу, или ты прям садился? Нет, это по ходу, учил? Да, ты когда у тебя много иностранцев вокруг, когда у тебя тренер иностранец, ты волей-неволей, вот правильно говорят, что если ты хочешь ехать, если хочешь выучить язык, тебе надо ехать в ту страну.
И вот в этом плане, да, то есть ты приходишь в раздевалку, это волей-неволей где-то что-то как-то... Вот, метод погружения. Метод погружения, да. Не метод Илоны Давыдовой, а метод погружения, абсолютно, да. Абсолютно точно. Но в команде же вот как общение происходит? Даже когда русские присутствуют, да, рядом все равно на английском общение происходит? Да, безусловно. Ну, как бы, опять же, у нас все понимают и достаточно... хорошо разговаривать, чтобы с тренером обменяться мнениями или игроками, и, если мнениями с игроками. Вот поэтому особых таких проблем каких-то нету. Вопрос от Владимира еще такой, он активный, кстати, пользователь, Владимир Путилин. Серхио для тебя сильный партнер? Да, ну, естественно, я думаю, что если убрали, как бы так можно сказать, что на место Милоша Тадыча, то есть как бы сильный должен заменять. Тебе с ним просто комфортно на площадке или вы пока еще не нашли себя? Это вопрос вот в этом, я думаю, ключе. Я думаю, что, в принципе, еще все впереди. У него такой, у него видно, что в нем прослеживаются вот нотки вот этого испанского баскетбола, когда хочется быстро бежать, быстро атаковать, быстро. Но не всегда, наверное, может быть, это там доходит до цели, грубо говоря, мяч. Ну, может быть, пока? Пока, да. Я думаю, что как бы всем новичкам, я думаю, что надо дать определенное количество времени, чтобы они влились, так сказать. Но в целом, как бы мне, да, довольно комфортно, это мой партнер, мы побеждаем, и поэтому, как бы, если мы все проиграли, то можно было, наверное, как бы думать, что за партнер. Ну да, да, что за, кого взяли. Да. У тебя вот тут есть уже Яна Морозова с таким вопросом. У тебя есть новогодняя резолюция. Ты каждый... У нас же Новый год скоро, дорогие друзья. 24 число сегодня. Через неделю Новый год. Новогодняя резолюция у тебя есть. Ты сбриваешь бороду. А, вы заметили? Да. Вот спрашивают, а в этом году сбриваешь? Вот смотри, какой ты классный сейчас. Да. Давал мне интервью. Вот подбираешь и сразу забиваешь. Это что, легче прыгать без бороды? Что, в чем причина? Хотя ты и так сигаешь, как конь. Да. Не знаю, я как бы, я в этом году, кстати, уже обсудил с женой, что бриться ли мне наголо, либо вот просто сделать, у меня до этого была чуть подлиннее борода, я вот сделал покороче. Да, может быть, просто покороче оставлю, не знаю, может быть, не буду прям постоянно. Пока не решил, я... Задумаюсь. Давайте проведем голосование. Да, друзья, пишите, стоит ли Никите побриться, вот вы только что видели видео, или не стоит. Какие у вас новогодние резолюции есть? Да, может, вы тоже что-то с Нового года начинаете? У меня с этим проблем нет. Буквально там через пару недель я буду такой же уже сидеть, поэтому, в принципе... А ты как подбриваешь ее, да? Я, да, но у меня есть свой барбер, который я, да, езжу и стараюсь там раз там в 2-3 недели приехать к нему, и он меня стрижет, бреет. Кстати... Но не только меня, еще и Нанда Деколо. Он когда увидел, да, меня, он сказал, ты не можешь мне посоветовать своего барбера? Я говорю, да-да. Я ему дал адрес, дал телефон. И вот он сейчас на протяжении, по-моему, последних уже полутора лет, даже двух, ездит к моему мастеру. Ну, у него такая мушкетерская бородочка такая. Ну, они уже сами там решают, какую бородочку оставить. Ты нашел англоговорящего мастера? Да, они общаются, я так понимаю, что проблем нет. Но раз он к нему как бы уже ездит на протяжении там двух лет, я думаю, что... Там все дела есть, нет? Ну, никогда так не общался? Ну, я нет, по-моему, я так еще не столкнулся с тем, чтобы через Google с кем-то общаться. Смотри, тебе предлагают, когда выиграешь, сбрить, когда выиграешь финал Евролиги, а до этого не бриться, я предлагаю вообще. Я боюсь, что... Все-таки жена, она имеет небольшое влияние, да, и свое мнение, и в определенный момент она уже так мне начала это потихоньку намекать, говорит, она у тебя хорошая, но ты как бы это, можно чуть-чуть покороче. Мера-то знает. Я поэтому, вот видите, сейчас немножко так подбрил. У кого? Да, нормально. Как, кстати, у кого самая крутая борода в команде? Вот Серхио там с такой ходит. Ну да, Серхио, видите, вот он с такой вот ходит. Не знаю, но это как бы дело лично каждого, кому-то комфорт нет. Мне бы хотелось, наверное, не знаю, так прям вот по максимуму попробовать, насколько меня хватит, но не знаю, пока я не до этих экспериментов. Задаю тебе вопрос, Алексей Круг, вот ты часто ставишь сверху, забиваешь сверху, да, и кто твой любимый профессиональный данкер? И вот вообще знаешь ли ты? Мне очень всегда нравился Винс Картер. Он прям как-то так делал. Согласен, профессиональный. Делал всегда, да, это как бы даже вот себя посмотреть на резку, он как-то так все это мощно, красиво, амплитудно. Много, ну, не знаю, в НБАТ вообще, мне кажется, там каждый второй, третий там готов сесть на кольцо с физическими данными со своими, поэтому если удается, я как бы стараюсь забивать сверху, не удается, но... Значит, не удалось, да. Ну, нет, в следующий раз порадовать. 50 на 50, да. Это два очка-то они как бы в Африке, как два очка, поэтому можно и надежненько, но иногда и сверху. Вопрос такой очень интересный. Что лучше для тебя, поставить победный блокшот или забросить треху на победу?
А мне кажется, это равноценно. Это же ты сделал действие, которое привело к победе. Ну, все-таки можно. Это можно и перехват сделать. Согласен. Можно и перехват. Можно и не забить, можно сделать перехват и отдать его. И все скажут, что ключевое сделал ты. Но тот все равно забил, набрал очки. Ему еще надо забить. Ну, наверное, более красочно, наверное, конечно же, забить трешку, наверное. Это, да, такое, когда ты последний, да, бьешь, бам, с сирены забиваешь, команда выигрывает, если ты еще там финал Евролиги, так это вообще. Вот, поэтому для меня главное, как бы, чтобы это, твои действия приводили к победе. А там какими они будут, там уже там, в защите, либо ты забил, либо ты сделал блокшот. Мне как-то так. В связи с этим, Петр, тебя спрашивает, есть ли у тебя ритуалы какие-то перед игрой? Может быть, что-то обязательное, что поможет тебе сделать финальный блокшот победный или трешечку? Ну, нет, наверное, такого прям что-то... С левой ноги на корт. Ритуала. Заходишь. Ну, есть такие свои моментики, когда, ну, они так где-то проскакивают. Там у нас там в разминке тоже есть некоторые упражнения, которые я вот у нас вскоре, не знаю, если вы, опять же, болельщики смогли заметить, да, мы после разминки, когда начинаем уже забивать под кольца, ну, самые первые, у нас вскоре есть, он должен взять мяч у нашего тренера по физподготовке, отдать его мне, я должен там сделать пару дриблингов и опять его вернуть, и он тогда идет забивать. То есть это у нас перед каждым матчем, да, мы вот всегда как бы делаем такой у нас определенный ритуал. А тренер об этом тоже в курсе, он там... Не, я думаю, что он не в курсе, я, да, не, как бы тренер по физподготовке, я думаю, что он в курсе, но иногда почему-то забивает, потому что Коря ему кричит «дай мяч», а он стоит и куда-то смотрит. Вот, поэтому он как бы из-за лицевой выкидывает мне мяч, я там сделаю 2-3 дриблинга, а он в это время добегает до центра площадки. Я ему отдаю, и он идет спокойно забивать мяч. Вот у нас это идет, можете обратить внимание, вот в завтрашней игре. Мы будем делать то же самое, да. Кстати говоря, завтрашняя игра будет с комментариями моими и кого-нибудь из игроков ЦСКА, кого завтра перед матчем выяснится. Кто не будет играть, тот будет моим партнером по эфиру. Класс. Завтра. Ты играешь? Я не знаю, нам пока не объявили. Но я не знаю, если так сложится, я с удовольствием с тобой прокомментировал. Это же будет шикарно. И попробовать, да, для себя, может быть, новую роль комментатора. Ну, видишь, у тебя уже новая роль в прямом эфире. Ты был когда-нибудь в прямом эфире до этого? Нет, это первый раз. Вот так вот, друзья, первый раз, пишите поздравления. Есть ли друзья у тебя из других видов спорта, спрашивает Ваня Терехов. Ну вот спирик, я так понимаю. Ну, как бы я думаю, что он просто такой друг на самом деле всех. У меня как бы с ним тоже такое общение, то есть где-то в соцсетях. Также, опять же, когда видимся, конечно, там поприветствуем друг друга. Таких прям прямых, чтобы вот прям там футболистов, хоккеистов как-то нет. Ну вот, не знаю, там, ну вот с Владом Радимовым, в принципе, так... Очень хорошие такие отношения у нас. И летом, если удается, мы как бы вот встречаемся вместе, обедаем. Его семья, ну, вы знаете, там, у него жена Татьяна, да. И мы своим семьей как бы вот, это, наверное, такие самые близкие, самые профессиональные люди в другом виде спорта. Слушай, скоро Новый год, поэтому спрошу тебя, как планируете отмечать? Спрошу, как начали в команде, как это будет выглядеть? В команде, я думаю, что это спокойно. Я еще, правда, не знаю, как у нас расписание, потому что 4 числа мы играем на выезде с Барселоной. Да, соответственно, 3 мы стартуем отсюда. А 29 игра с Басконией гостевая. Да, и 30 числа мы, наверное, прилетим сюда. И вот самое главное 31 и 1 число, вот когда... Будем ли мы тренироваться? Если будем, то в какое время? Вот, потому что от этого тоже зависит, как пройдет Новый год. Ну, есть ли такой момент, что вы, например, с командой там где-то, не знаю, поужинать или... Нет, я думаю, раньше что все... здесь конкурсы проводились, вы искать. Ну, да, но у нас это раньше было расписание немножко другое игр. И раньше, вспомните, был такой Christmas break, это была такая неделя, когда игроки, там, американцы к себе уезжали, европейцы к себе, когда вообще не было ни игр, ничего, это была такая... Можно сказать, что перезагрузка для игрока, и это было очень так, в принципе, полезно. Но, опять же, сейчас в силу количества игр это все так растерялось, и у нас сейчас нет вот этого Christmas-брейка, нет этой недели, когда ты можешь провести с семьей или уехать там в теплые края, да, кто куда. Там, вот, поэтому как бы вот этот Новый год, ну, как и предыдущий, я стараюсь проводить в семейном кругу. У меня большая семья, помимо там... Меня, у меня еще есть 2 сестры, мама, то есть у нас как бы такая, у нас там собирается порядка там с детьми 12-15 человек, вот, и в принципе вот в своем семейном кругу как бы стараемся праздновать. Ну, для меня это Новый год, меня так приучили с детства, что это семейный праздник, поэтому без особых каких-то тусовок, еще там семейные такие добрые посиделки. Очень хороший вопрос от Дарьи. Если бы не баскетбол, то что?
Район. Не знаю, но родители отдали. Ну, меня они отдали еще там, мне было 8 лет, поэтому я даже не знаю. Может быть, если бы они меня отдали в хоккей, я, может быть, и там, может быть, как-то, да, преуспел бы в хоккее, может быть, я не знаю. Поэтому тяжело, что не было такой альтернативы, наверное, знаете, да, как вот американцы, они там в университете могут там и в американский футбол играть, и в баскетбол, и в бейсбол еще, да, одновременно, да. Причем. Да. И когда у них уже стоит там выбор профессиональной карьеры, вот они выбирают себя, где бы они себя лучше могли проявить, так сказать. Вот, у нас как-то так, нас вот с детства отдали, и у меня как-то выбор там не стоял, уже какой-то другой вид спорта. То есть баскетбол как пошел, так и вот до сих пор я с ним. А, вот раз пошел, смотри, и ты и сына своего, Кирилла. Ну, я думаю, что я буду, наверное, не прав, если я даже не попробую отдать его. Ну, как бы, наверное, так. Со стороны, наверное, отца, и то, что как бы я вроде связан со спортом, и я думаю, что стоит попробовать. Понятно, что сейчас еще рано, ему год и 4 всего. Да, мой самый активный болельщик. Это точно. Слушай, да. Ну, кстати, вы, я видел фото в Инстаграме. У тебя кто ведет Инстаграм твой? У меня занимается этим жена, как бы, ну, потому что я так, в принципе, я не скажу, что я не дружу с соцсетями, но как-то так, мне хватает вот общения там в раздевалке с людьми как-то, с моими друзьями через телефон или вживую. Ну, вот, посещали, да. Я смотрю, да, бум, мы ездили с цейсковской елкой. Бум, да, очень красиво, там сейчас все так украсили, прям очень здорово. Все в таком. Приходите в ГУМ, там есть цейсковская елка. И, кстати, в авиапарке тоже стоит цейсковская елка. Мы там проводим конкурсы, разыгрываем билеты на матчи ЦСКА, где вы сможете... На четвертом этаже возле Медиамаркта. Все знаю. Я ходил с сыном за шариками буквально позавчера, и я иду обратно с шариками. Перед игрой с Химками встретил Сергея Монева по пути. Он тоже там делал фотки? Он там что-то тоже зачем-то шел, по-моему, дочка что-то хотел купить. Нет, и я уже дохожу до эскалатора и смотрю, там стоит наша красавица с цейсковскими эмблемами, с шарами, с такими. Да, на четвертом этаже, возле крайняя там секция, возле Медиамарта. Пускай все ориентируются так. А тебя узнают, спросили, фотографируются, готовы? Иногда, ну иногда, да, вот, особенно в авиапарке, я думаю, что потому что много болельщиков наверняка, которые ходят на наши матчи, живут здесь в районе, и авиапарк, это особенно в выходные дни, это такое скопление вообще, мне кажется, пол Москвы, как будто сюда приезжает, потому что народу просто нереально. Иногда, да, как бы, ну, там, дети или какие-то там болельщики узнают, сфотографируются или... Без проблем. Я как бы всегда открыт для этого. Ну да, никому не отказываешь. Нет, вообще. То есть любой, кто хочет сфотографироваться, пожалуйста. А если это много времени у тебя занимает? Ничего страшного. Мы играем ради болельщиков. Болельщики наши, как бы, можно сказать, что такие наше все. И поэтому, как бы, и для них приятно. То есть, если мы там сделать фотографию. То есть, ну, для меня это не составляет труда. Пускай это займет там 10, 15, 20 минут. Без проблем. А тут снова спрашивают, ты сейчас мой вопрос, а потом я задам вопрос болельщика. Ты когда-нибудь играл против сборной США по баскетболу? По-моему, нет, ни разу. У меня только был единственный. Них? Ну, если мы сейчас отберемся на чемпионат мира, может быть, да, было бы интересно. Uh-huh. Единственный опыт это вот против команд НБА. Это вот все знают, что ЦСКА ездил, у них было такое своеобразное турне в свое время. Вот, и я вот как раз играл против. У меня есть фотографии против Леброна, где я играю, поэтому. Вот. Против Кливленда, Оклахома и Майами. И Майами, да. Нет. Майами. Майами. Майами, Кливленд, Оклахома. Да, да. И просто Орландо была другая поездка. Да, меня Кливленда. Тогда не да, было. Да, вот да. Это как бы было, у меня был такой вот опыт. Это очень интересно. Спрашивает Роман, и до этого еще был вопрос, будешь ли ты играть за сборную в отборе? Ну, я планирую, то есть, как бы, как получится, я уже не могу сейчас вам точно сказать, но если, так сказать, все сложится, то я с удовольствием съезжу, да, за сборную поиграю. И есть ли у тебя мечта и цель сыграть на Олимпиаде? Есть, но насколько она будет осуществима, я пока что не знаю. Вот, как бы, понятно, что это все на Олимпиаду просто так не попадает, и надо еще отобраться через чемпионат мира, поэтому сейчас главная цель это сейчас попасть на чемпионат мира, а уже там все будет зависеть, какое место мы займем. И тебя сейчас спрашивают, есть ли у тебя вообще какая-то мечта, вот такая мечта у Никиты Курбанова, у человека, да? Ну, мне, наверное, скажем, так сейчас тяжело, как бы, понятно, что там, мне там хочется, чтобы, не, там, в жизни было все хорошо, там, вот, поэтому что у меня больше не то, что меч, у меня есть какие-то такие определенные цели, которые там я себе строю, вот там на год, на два, на ближайший, то есть там
Вот, поэтому вот достигаешь одну, там, хоп, можно уже что-то еще другое. А вот то, что мечтать и там, жить мечтой, вот только вот это, как-то, не знаю, не для меня. У меня больше, я себе люблю вот эти цели, которые вот достигаешь, как такой своеобразный, значит, чекпоинт заехал, тут все, ты достиг его, галочка. Да, галочка стоит, да, идешь дальше. Вот, поэтому как-то вот все через цели. А Александр спрашивает, а тяжело ли совмещать спорт и семейную жизнь? Ну, наверное, нет. Наверное, мне кажется, что, наверное, тяжелее совмещать тем людям, которые работают где-нибудь в офисе или на заводе, либо еще где-то. Я вот всегда как бы так немножко так с грустью на это смотрю, потому что все-таки наше расписание, понятно, что есть много выездов, но тем не менее как бы позволяет, в принципе, проводить время с семьей, вот, нежели как бы там те семьи, когда там папа в 8 утра там с мамой уезжает, например, на работу, да, ребенок остается там, ну, пускай даже папа один уезжает, и потом он приезжает там в 8 вечера с работы, когда ребенок, в принципе, уже там, ему пора спать. И понятно, что вот это вот, наверное, более грустно, чем, в принципе, у нас там, вот сейчас мы перешли уже у нас вечерние тренировки, и у тебя есть первая половина дня, плюс как бы мы вот освобождаемся, пускай там около там 8, там 9, там полдевятого вечера. Да, то есть у тебя еще есть там несколько часов. Семьи выдернули. Ну ничего страшного, у меня, ладно, я все для болельщиков. Ах, вот. Приятно, и, да? Да, то есть как бы наше расписание, в принципе, оно позволяет так проводить время с семьей, плюс как бы они посещают наши матчи, и можно сказать, что они каждый раз приезжают к папе на работу. Мало кто детей может каждый раз приезжать к папе на работу, поэтому. И тебя спрашивают, какая у тебя сейчас цель? Ну-ка, я думаю, что главная цель, которую на предстоящий сезон, это, естественно, выиграть Евролигу. То есть все, что сейчас происходит, помимо цели выиграть Евролигу, меня, в принципе, устраивает. Поэтому вот единственная такая цель – это вот сейчас выиграть Евролигу. Как бы выиграем, там уже что-нибудь другое нарисуется. Согласен. Вот, например, Дарья спрашивает, ты смотрел ли «Движение вверх», вот этот вот нашумевший сейчас фильм? Да, нет, еще не удалось посмотреть. Очень хочется, на самом деле, взглянуть на кино. Mm-hmm. Вот, видел такой небольшой трейлер. Вот. Хочется полноценно, так сказать, посмотреть. Не знаю, когда удастся, но я надеюсь, что все-таки я посмотрю. Новогодние праздники? Новогодние праздники, да, ну, постараюсь. Но опять же, новогодние праздники это у всей страны. Как бы у нас немножко, опять же, в связи с нашим расписанием, мы сейчас у нас 4-го, потом 7-го «Локомотив», и все выездные матчи, и поэтому немножко тяжело будет. Ну, мы постараемся, да, я очень хочу посмотреть. Тем более фильм о баскетболе, о твоей профессии, всегда интересно. Алексей спрашивает, готов ли ты взять лидерство в команде в свои руки? Ты очень мощно прогрессируешь. Что значит, как бы опять для меня, как бы это лидерство? Ну, я как бы я знаю свою роль в команде. Я знаю, что от меня требуют, и чем я могу помочь там команде для победы. И в принципе, как бы я стараюсь все это сделать по максимуму. Вот. Ну, вот иногда это выливается в такие матчи, как с Химками. Периодически, да, выливается. Периодически, да. Так, за месяц. Ну, как бы, вот как бы хорошо. Ну, меня это устраивает. Ольга спрашивает, стал ли ЦСКА сильнее по сравнению с прошлым годом? Ну, за это, наверное, как бы скажут все результаты, которые мы достигнем. И уже как бы обычно все равно судят по результатам. Понятно, что команда может там целый год непонятно играть, там, а потом хоп в конце, и тем более формат финала 4 Евролиги и опять же Лиги ВТБ. Он такой факт вот этой неожиданности, когда команда, опять же, может попасть в финал 4 и хоп, и выиграть или не выиграть. То есть, опять же, давайте как бы судить все это по результатам. Ну, команда ЦСКА, понятно, что она изменилась. Мы сейчас, у нас много новичков пришло. И мне кажется, что в этом году так немножко поразносторонний как-то у нас стал баскетбол. Ну, в том плане, что, наверное, это в ту силу, что у нас пришел Клайберн такой тоже, он атлетичный, высокий, с позиции там, пускай даже там от 1 до 4 номера, который может играть, который может через всю площадку пройти, организовать сам себе нападение, вот, оно такое стало более такое расширенное, что ли, вот. Поэтому главное, чтобы мы выиграли. Я думаю, что болельщиков это только радует. Я уверен в этом. Есть ли у тебя, Саша спрашивает, перстень? За победу у тебя какие вообще есть трофеи твои личные? Да, у меня есть Евролиги. Перстень нам делали. Угу.
Вот. За 16-й год? Да, за последний год. Ну и предыдущие годы, да, когда я был в команде ЦСКА, когда Лига ВТБ, мы становились чемпионами, нам тоже делали перстни. Но не такое количество, как у Воронцевича, поэтому... Очень хороший вопрос. Как познакомились с женой? В Питере, в общей компании. В общей компании я познакомился со своим другом. Ну, у меня есть друг в Питере. Ну, какая-нибудь, может быть, романтичная, есть такая деталь, там, мосты развели, там, ты не успел. Это все было, но это все уже было, это конфетно-букетный выпуск, когда этот период, мы назовем вот это разведение мостов. А познакомились так строго все? Ну, не то, что строго, нет. Я друг просто решил пригласить своих знакомых на игру в Питере, и они пришли раз, пришли два, и я такой как-то у него так между делом спросил, я говорю, ну, как бы я же вижу, что где они сидят. Они сидели как раз на первом ряду за кольцом, то есть тяжело было не заметить. Ну да. Вот, и я как бы спросил, я говорю, что за эта красотка сидит за кольцом, что за блондинка. Вот, рассказал как бы, и буквально, по-моему, после второй игры, может быть, мы как-то так договорились, все вот это вообще нашей там небольшой компании встретиться и поужинать. Вот я приехал на ужин, и как-то так у нас так, это уже так, что-то между нами так уже прошлось. Вот, поэтому так все это и вылилось, вот то, что она моя жена, у нас есть замечательный сын. Ну, это точно, семья у вас очень хорошая. И, кстати, я заметил такую вещь, что у вас кроссовки у всех есть одинаковые. Да, мне очень нравится и летом. Как бы сейчас зима, у меня очень много на самом деле какой кроссовок. Какой размер сына мне больше? Это же вот... Я ему сейчас заказываю на лето, но я думаю, что сейчас у него, наверное, детский, по-моему, 6C, как-то он называется, или 5C, 6C, по-моему, да. Я ему на лето сейчас уже вот 8 сейчас буду заказывать, потому что он такой у нас парень рослый. И да, стараемся... Я Джордана видел у вас. Я стараюсь, да, мне очень нравится. У нас вот летом мы гуляем. Бывает так, что заказываю себе, нахожу жене размер Джорданов, и если получается, мелком такие же модели, вот мы троем бывает, что очень прогуливаемся. Красиво. Это да, очень смотрится, да. Просто супер. Мне нравится. Алексей спрашивает, хочешь ли поехать на матч звезд, который будет в Санкт-Петербурге, кстати говоря? Сейчас все зависит от голосования. Нет, ну знаешь, ну бывает, например, ну так... Я и в том году хотел поехать, да? Но не сложилось. Вот, поэтому... Вот, поэтому, да, конечно же, будет прикольно, то есть, видя ту атмосферу, которая там была, все очень здорово, и да, с удовольствием бы съездил. Во время сезона часто ли нарушаешь режим? В каком плане? Ложусь поздно? Ну, например, да. Ну, если мы, например, после игры летим всю ночь в самолете и пролетаем в 7 утра, это не считается нарушением режима? Ну, нет, я думаю, нет. Но имеется в виду, наверное, вот на Новый год там бокал шампанского? Ну, естественно, бокал шампанского, я не считаю, что это нарушение режима. И могу, да, и бокал пива выпить после игры дома, это как бы нормально. Если быть буквоедом, наверное, все-таки это нарушение спортивного режима, но, грубо говоря, часто ли ты можешь себе это позволить? Вот просто очень людей всегда интересуется, да, что если ты спортсмен, профессиональный, то у тебя должно быть вот прямо вообще от всего. Ну, я не считаю, что там бокал пива или вина, я там знаю, что некоторые тренера наоборот это приветствуют, что игроки там могут за ужином позволить, даже с командным ужином позволить. Я знаю, что в Фландрии такое делается. Ну, и это нормально, как бы, мне кажется, бокал пива там или вина, это не нарушение режима, там, когда уже на более крепкие напитки народ переходит там, да, это регулярно, то это да. Как бы, мне кажется, что, в принципе, это нормально. И, опять же, это должно быть все вовремя. Понятно, что там не перед игрой, а вот после игры, как бы, там, тяжелый матч был, там, потерял много сил, там, спокойно сесть, там, бокал пива, обсудить, там, с друзьями, либо, там, с семьей, своей женой, какие-то, там, моменты за ужином. Ну, не знаю, для меня это нормально. И, ну, опять же, бокал пива позволяю себе. Во время межсезонья, то время, когда ты отдыхаешь, занимаешься ли ты с тренером по физподготовке как-то отдельно, нанимаешь ли кого-то, или ты так сам форму поддерживаешь, не знаю, велосипед? Я не нанимаю. До этого были года, когда я не попадал в сборную, я приезжал в разные... Вот у нас есть... Если кто знаком, есть такой буринг-кэмп, проводится регулярно перед сезоном нашего тренера по физподготовке. К нему приезжал. Сейчас... В связи с последними там событиями, то, что участвую в сборной и задействован в сборной, и уже как бы вот этот промежуток
после сборной и до начала предсезонной работы, как бы там остается буквально там месяц, наверное, я последний уезжал на Мальдивы на 3 недели. Я брал с собой, мне прислал тренер по физподготовке программу, вот, и работал по ней. То есть, как бы, в принципе, ничего такого. А много ли сейчас ты времени проводишь в тренажерке? Ну, достаточно для того, чтобы как бы надо держать все там, в хорошей форме. 3 раза в неделю, 2. Ну, опять же, все зависит. То есть у нас получается, если мы играем через день, то понятно, что ты можешь зайти, сделать какие-то такие там больше, наверное, для тонуса, для если какие-то там есть микротравмы, где-то там что-то подлечить. Если как бы до игры там порядка 3 дней, то тут уже как бы 4 там, то тут уже можно как бы нагрузиться уже там по полной, да, и там буквально через день опять зайти уже, что-то сделать, еще несколько упражнений, и потом уже подойти там к игре в хорошем физическом состоянии. Отличный вопрос. Были ли случаи в твоей карьере, когда игрок приходил на тренировку под шофе, нетрезвый? Кто-то, может быть, было такое? Ну... Всякое бывает, особенно. Ну, да, бывало. После Нового года, например, кто-то отмечал. Да, там. Но это, наверное, где-то все в других командах, как вот. Где ты играл, не выпадались. Да, как бы так. Ну, это везде наслышаны такие истории, но такого, что прям вот. Не знаю, как-то я с этим пока что не сталкивался. А ты, Иван, спрашивает прекрасный вопрос: дочку хочешь? Или. Сына еще. Нет, я сейчас, знаете, как это, для мужчины, да, там сын важнее. Сейчас, тем более, когда у меня уже есть сын, то я уже можно говорить, да, там, и дочку. Да, и дочку. А, на самом деле, как бы, без разницы. Кто, ну, наверное, как бы, не знаю, мне как-то так всегда хотелось сыновей, хотя я не против дочки. Я как бы вот, я за второго ребенка, но для меня, как бы, в принципе, пол не важен. А сколько бы обсуждал с Любой, со своей женой, сколько детей вы хотели бы в семье? Ну, пока что у нас есть один, ко второму мы так еще, так сказать, мы движемся, но все это, пока что она сама сказала, что я еще не готова, поэтому я всегда готов. Как только она скажет, я всегда готов ко второму ребенку, поэтому. Саша спрашивает, ты хорошо в школе учился? Нет, я был таким троечником. Почему? Спорт забирал все вообще все время, и у меня были тренировки, и постоянные выезды на сборы, на какие-то соревнования, и я учился не в спортивном классе, я учился как обычный ребенок, потому что многие, кто играют в спортшколах, во многих школах делают спортклассы, и школа подстраивается под расписание спортсменов, спортшколы, то есть ты можешь вплоть до того, что поехать потренироваться в 11 утра там, до часу дня, в час дня ты можешь приехать на уроки, и продолжить, как обычно. Ну да, это удобно. Да, это удобно, и это подстраивается. У меня было все наоборот. Я, как обычный ребенок, учился в обычной школе общеобразовательной. И на тренировку потом вот уже ехал. И, соответственно, были вот такие вот проблемы, когда надо было выехать на какие-то соревнования, когда особенно тебе уже там было 13-14 лет, когда всякие начинались первенства Москвы, первенства России, уже вот ты как бы выходил на такой уровень. Серьезно? Да, а в то время это уже был там 9, 10, 11 класс, то есть там с 14 до 16, вот. И тяжело было вот это совмещать. Всякие вот эти сборные, опять же, они забирали много времени, турниры. Вот, поэтому я был таким троечником, и, наверное, большое спасибо там, моим учителям, что намного они закрывали глаза и понимали, что я спортсмен, и, ну, и что, ну, троечка, ну и нормально, и меня устраивало, ну как бы. А, Яна спрашивает, что ты делаешь в самолете, когда перелеты? Я смотрю какие-нибудь сериалы. Сериалы не могу себя пока что заставить читать. Как-то я пока что не кайфую от этого. Может быть, не нашел еще свою книжку. Пока что сериалы, да, смотрю. И иногда прям можно под сериал еще после тренировки провалиться в сон. Ну, чаще всего это вот сериалы. Кино какие-то. Ну, у меня не то, что есть какие-то любимые. Сейчас я смотрю «Острые козырьки». Мне очень нравится. Не знаю, если кто-то смотрит, у меня сейчас идет 3-й сезон. Вон, сегодня последняя, сегодня, по-моему, вышла или вчера последняя серия 4-го сезона. Давайте, поэтому... обсудите еще, да, давайте. Еще что, еще что. Ты кто из главных героев? С кем ты себя, да, олицетворяешь? И мне вот опять же Семен Антонов посоветовал этот сериал. «Острые козырьки». Да, я смотрю с удовольствием. Мне очень нравится. Ну, а один-то пока... Ты так заканчиваешь один смотреть, переходишь к следующему? Да, перехожу на другой, или просто какой-то фильм. Параллельно если есть, смотришь. Да, ты просто смотришь, как бы, вот, на самом деле ты просто убиваешь вот время, проведенное в самолете, потому что перелеты очень такие долгие, там, порядка, там,
3-4 часов, ну, да. Если ты летишь еще там в какую-нибудь Малагу, это вообще там 5-5,5. Вот, поэтому, в принципе, времени достаточно, и чтобы там с кем-то посидеть, что-то обсудить, и посмотреть фильм, и поспать еще. Петр сразу спрашивает, а «Игры престолов»? Не очень люблю. Не смотрел? Я не смотрел, я как-то, по-моему, посмотрел одну серию, но мне сам жанр не очень нравится. Я люблю больше такое, я люблю больше что-то, вот, опять же, как, наверное, острые вот эти козырьки, мне что-то вот такое нравится. Англия вот этих вот тех годов там. Она такая прям, не знаю, она так всегда еще снимается, в каких-то таких серых, хмурочных, да, да. Вот, какие-то заводы постоянно. Как Петербург. Да, меня, возможно, тянет эта атмосфера такая. Вот, либо какие-то такие исторические, что основаны на реальных событиях, что там про историю нашего государства, либо какого-то и, там, другого, либо про каких-то людей, которые вот... Вот мне как-то вот, вот это больше... Да, реальность. Какая-то реальность. Я вот не очень люблю фэнтези, всякие эти космические дела, мне как-то они не очень интересны. Виктория спрашивает, какая-то у тебя любимая книга есть? Нет. Опять же, того, что вот я как-то не приучил себя еще, хотя очень хочется, я просто смотрю настолько, сколько... Семен Антонов сидит напротив меня в самолете, и я постоянно... Он или с ноутбуком, либо с книгой, он очень много читает, и я только мне остается завидовать. И опять же, я вот не могу себя приучить там читать. Мне очень как-то хочется, опять же, может быть, надо посоветовать, может быть, мне какую книгу надо... Пишите в комментариях, друзья, да, посоветуйте. С чего можно начать такую читальную карьеру? Ну, мы так поняли, что нас интересует что-то такое приближенное к реальности, может, детективы какие-то... Может быть, да, что-то такое, что вот основано на реальных событиях. А ты «Полицейский с Рублевки» смотрел? Да. Как тебе? Мне понравилось. Да. Вот так, какой-то легкий такой, можно сказать, что сериальчик. Та же Ольга, которая вот шел 2 сезона. Я тебе прям, понравилось? Да, мне понравилось. Не знаю. Я не скажу, что я взахлеб. Мне «Полицейский с Рублевки» больше понравился. Да, сильно больше. Но вот есть некоторые персонажи в сериале «Ольга», из которых вот ты просто смотришь. Поэтому. Окей. Слышит, это Александр спрашивает, а как называют в команде тебя? Есть у тебя какое-то прозвище? Иностранцы как так, Никита, кто Курби, то есть как бы, ну, в основном Курби. Нет как-то... какого-нибудь там long arm defense какой-нибудь? Я думаю, что это как-то все больше, наверное, там к иностранцам, к американцам, у них как-то все это, наверное, больше принято. У нас как-то так все... Напрямую. Вот, поэтому... Да, что-то как-то так, поэтому спокойно. В основном Курби, да, Курби. А у кого, кстати, вот у тебя, на самом деле, ты играешь в защите, у тебя очень длинная рука. У кого самый большой размах? Не знаю, я не замерял, я как-то... Ну, как ты думаешь, у кого самые длинные вообще вот руки? Мне кажется, у Отелло у нас тоже длинные руки. У Отелло. Я бы, кстати, поставил бы на Кайла Хайнса. Кайл, да, Кайл тоже. Мне кажется, вообще там они у него ниже колен заканчиваются. Да, очень длинные. Ну, наверное, самый Адетокумбо, да, вот этот он. Ну, это из НБА. Ну, я просто когда увидел, это просто что-то нереальное. Они очень выделяются у него. Они, да, он еще сам же 2-10 ростом. Да, и он когда что-то делает, то прям видно, что рука, она просто, она какая-то прям, как будто она у него отстегивается и куда-то сама там уходит, забивает сверху, она очень длинная. Хотел бы ты принять участие в Slam Dunk контесте? Например, да нет. Вот на «Звездном уикенде». У меня не такой арсенал забития сверху, бросков. Как, я просто стараюсь сделать это там, может быть, мощно, или, там, но как бы, когда люди там уже забивают там, из-под ноги, там, с прокрутами, с этим, я как-то так, не знаю, может... не для меня, я не способен на это. Может, потренироваться? Может быть, надо потренироваться, но не знаю, я как-то, наверное, не способен на это. Поэтому меня устраивает так, как на данный момент я могу забить сверху, значит, я стараюсь это сделать. Но как бы уже мощно так, надежно, вот. Но уже вот эти варианты с прокрутами, наверное. Хотя давно-давно еще как-то я пытался, забивал пару раз, но это было давно. Друзья мои, мы час уже в эфире, уже у нас тройной овертайм, хотя стандартно пытаемся выйти и сделать чуть поменьше. Вопросов очень много, спасибо огромное за вашу активность. И все-таки отпустим, наверное, Никиту после тренировки, и завтра игра с Астаной, поэтому пора ему идти. Пишите в ваших комментариях, какие книги почитать обязательно. Да, с чего, не надо, чтобы как, такие, вот с чего можно начать?
То есть, как бы, что-то меня должно заманить вот в эту в книжную сферу. То есть, книжечка должна быть такая. Ну хорошая. Да, она меня должна заманить. С крупным шрифтом. И с картинками. Поменьше, чтобы читать с крупным шрифтом, да, побольше картинок. Спасибо вам большое за вашу активность. Друзья, пишите, насколько вам нравится такой формат. Следите за анонсами обязательно в наших соцсетях, в Инстаграме, в Твиттере, когда будет следующее ЦСКА баскет-шоу. Я думаю, что это уже будет в следующем году. Это будет в январе. Попробуем вытащить Кэпа сюда, попробуем. Я думаю, он с удовольствием, у нас капитан вообще всегда открыт для болельщиков и с удовольствием примет участие в своем остросюжетном интервью. Завтра остросюжетное интервью. Обязательно приходите сюда, приглашай болельщиков, завтра же игра. Да, уважаемые болельщики, приходите, на завтра игра с Астаной в 7:30, я думаю, что в принципе для всех такое комфортное время, понятно, что на следующий день многим на работу. Но, опять же, после работы вы можете спокойно заехать к нам в гости сюда, в УСК ЦСКА, и посетить наш матч. Ну и последний момент. С Новым годом, мы тебя все поздравляем. Спасибо. Нашим болельщикам передавай новогодние поздравления. У нас даже сегодня елочка стоит. Ты ее украшал вообще до эфира, я видел. Геометрически. Я просто повернул, да, что с этой стороны такая немножко опала уже. Там вот. Дома елка-то у тебя стоит уже? Да, у меня жена нарядила елку вчера ночью. Нас там уложили нашего... сына и жена. Кирилл тут... не принимал участие в разрезе? Кирилл, когда зато проснулся с утра, когда он увидел елку, он стал возле нее плясать, приседать, и у него его захлестнули эмоции. Вот, поэтому это было именно вот сделано вот так вот. Потому что когда с ним это тяжело было бы сделать, собрать елку, потому что это точно куда-то все разлеталось. Геометрия была бы нарушена. Но я думаю, что больше бы вот эти пропали какие-нибудь игрушки, шарики или детали от елки, потому что он что-то сейчас в последнее время любит куда-то все хоп и куда-то сныкать. Вот, и... Поэтому она это сделала. Мы уложили его, она попала в эту ночь. 40 минут. 40 минут. Такое счастье. Да, и всех болельщиков, телезрителей, всех хочется поздравить с наступающим Новым годом, пожелать успехи, удачи, успехов, удачи и, конечно же, побед с вашим любимым клубом. Спасибо большое, дамы и господа. Никита Курбанов, я Евгений Седых. Это ЦСКА Баскет Шоу был второй выпуск. Спасибо вам большое еще раз за вашу чудесную активность. Увидимся здесь. Надеюсь, очень скоро. Смотрите за анонсами. Друзья мои, с Новым годом. Счастливо. 40 минут. 40 минут. Я буду отвечать на ваши вопросы. We answer all your questions. Live. В прямом эфире ЦСКА Баскет Шоу. В прямом эфире ЦСКА Баскет Шоу.